Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на канале «Связать можно все». И сегодня я вам хочу показать свою готовую работу, рассказать немножко о том, как я ее вязала. В общем, всем, кому интересно, приятного просмотра. Итак, давайте мы посмотрим на женский пуловер. Значит, вязала я его на спицах номер 4 из пряжи Нака Калика. Это 50% хлопок и 50% акрил. 100 грамм, 245 метров. Рекомендуют спицы 4-4,5. Цвет номер 3782. Как я уже сказала, вязала на спицах номер 4, и ушло у меня на этот пуловер на размер, наверное, 48-52, потому что он такой оверсайз получился. Ушло 400 грамм, 4 мотка, и буквально там 1-2 метра еще от другого моточка, от пятого. Поэтому, в принципе, практически 400 грамм. Значит, в этом пуловере укороченные рукава 3 четверти. Вязала я сверху вниз. И я в одном из своих видео говорила, что я расскажу, как я вязала его подробно, но так как технику я до конца не доработала, рассказывать я о ней не буду. Так вкратце расскажу, что я вязала, но я так поняла, что это что-то было а-ля погон или анатомический реглан. В общем, не знаю, что у меня тут такое получилось. Как видите, он имеет такую форму спереди нестандартного реглана, а сзади, давайте посмотрим, а сзади мы видим, что это реглан, да? Значит, что же здесь такого интересного именно было? Смысл, замысел был у меня такой, что я набирала вот здесь вот цепочку из воздушных петель крючком, обмеряла, сколько вот эта вот цепочка, как она у меня будет лежать на горловине, сколько мне нужно петель, и уже затем из этого количества я рассчитывала, сколько у меня будет идти наперед, на рукава, на спинку. И здесь я делала росток по принципу прибавок только спереди, для того чтобы у меня получался вот такой вот U-образный вырез. Но не совсем правильно я здесь сделала, не то что не совсем правильно, не так как я хотела, не так как я задумывала. Мне надо было делать здесь росток не по 4 петли, как я делала, а нужно было делать по 1-2 петли, для того чтобы у меня вырез был глубже. А так он получается не очень глубокий. Я вам на фотографии, на манекене покажу это все. И сверху у меня связан вот такой вот узор, который я вязала в детских платьицах. Много я где его использую. Нравится он мне больше, чем резинка, чем просто платочная вязка. То есть здесь идет такой ажурный узор, который образуется за счет провязывания накидов и затем 2 петли вместе. И вот здесь именно такая техника, такую технику я применяла, использовала. И затем сюда просто вставлен такой вот жгутик, я делала, и вот в эти дырочки я его потом продела. Значит, узор здесь сделан просто накиды, которые, и потом провязывала 2 петли вместе, и потом эти накиды я провязывала вместе. То есть идет такой небольшой скос по узору, и затем вот здесь вот вывязаны две такие дорожки. В принципе, идею я взяла с интернета. Вот там такой голубой был пуловер, но я сделала, немножко изменила, во-первых, и цвет изменила, и резиночку не вывязывала, и там шивное изделие у меня не пойми что, ни реглан, ни погон, в общем, не знаю что. Ну вот здесь вот потом я сделала вот такую вот вышивку по краю. То есть идут такие стежочки. Эту вышивку я делала пряжей Газал Бэби
коттон, которая обычно тоненькая. Вот. Вот такие вот стежочки. Ну и здесь тоже такие маленькие. Рукава просто связаны. Вот дырочки, как я делала. Дырочки эти сделаны у меня через 10 петель. И затем на рукавах сделан такой же узор, как и снизу. Вот. В принципе, подрезы. На подрезах я делала по 8 петель. Вот так вот они у меня выглядят. Вывязывала, чтобы были без дырочек. Подбирала петли вот с этой стороны. Вот так вот. Ну, не совсем аккуратно, не очень меня радует. Но и без дырок они получились у меня, да? То есть это была такая пробная модель. И, в принципе, результатом я практически довольна. Единственное, что вот все-таки вот здесь вот горловину с вот этим вот рукавом я бы немножко поменяла. Но так как я вязала на фигуру с большой грудью, поэтому вот этот вот здесь это получается как выточки, оно должно очень красиво лечь. Но, во всяком случае, у меня тоже не маленькая грудь. И мне он тоже подходит, этот пуловер. Поэтому, если не понравится тому человеку, которому я вязала, буду носить я. Вот. Значит, пряжа, она калика. Калика, наверное. В общем, пряжа эта мне очень понравилась. Она идет по структуре, она похожа на Газал Бэби Коттон XL. То есть здесь такие вот, то есть она состоит из нескольких ниточек. Все она состоит, вот как видите, из нескольких ниточек. Вяжется легко, как видите, на спицах номер 4 я вязала. Полотно получается довольно такое ровное. Давайте на спинке посмотрим, там, где у нас нет дырочек. То есть, в принципе, лицевой гладью я довольна из этих ниточек. Вот. Что рассказать? На спинке я делала, вывязывала реглан обычно. Вот. Ну, еще я модель эту, конечно, доработаю. И думаю, что потом уже со всеми расчетами, как это можно сделать на себя, я уже потом расскажу на других моделях. В принципе, у меня есть еще нака калика белого цвета. Я вот думаю сделать какой-нибудь себе пуловер или джемперочек. Вот, что-нибудь свяжу интересное с V-образной горловиной. Тоже что-то типа такого, возможно, оверсайз будет с каким-нибудь другим узором. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе, какие у меня новые будут модели, новые изделия. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.